Когда вторая донатилка появляется, у меня уже сердце, если честно, в пятки уходит. Братюни кусок сделал добро на 200 рублей. Владику, а ты чекал когда-то стату Вити Кислого? Если нет, то чекни, интересно же. Не, я не чекал. Я не чекал. Надо Карана танковать сейчас. Я чекал только этого Панкова, по-моему. Из разработчиков я только Панкова чекал. Владику, а ты чекал когда-то стату Вити Кислого? Если нет, то чекни, интересно же. Не, я чекал только Панкова. Потому что дядя с ним попал в один бой. Это было весело. Не, ну, кстати, можно чекнуть. Вам интересно будет чат? Поставьте плюс, если интересно. Чат, а кто-то знает, какой ник у Вити Кислого? Можете написать? Так, ну чё, ник мы нашли. Ник мы нашли. А давайте посмотрим, как играет в эту замечательную игру директор компании Wargaming. Виктор Кислый, ВГ, а ну-ка давай. Лё, какой лё, чат. 14,5 тысяч боёв. 53% побед. 53. 1600 средухи. 7600 личного рейтинга. Так, а ну давай на КТТС. На КТТС для Вити Кислого зайдем, глянем. А ну-ка, сколько? Нихера себе! 2000 V8, чат. Причем, я не шучу, реально 2000 V8. Смотрите, я вам сейчас даже покажу. Так, где оно там? Вот, по КТТС, чат. 2044 V8. Не слабо, да? Ля! Кто хотел бы себе такую стату, как у Виктора Кислого, ребят, плюс чай? А последние сессионки я смотрю нормально, да, так? Так, давай чекнем дальше. Что у нас получается? Последний раз был в бою 11 августа. Но, слушай, не так давно относительно. Так, техника из 7. Танк войны, танк победы, наш танк. 1800 среднего, 24 выживаемость. Господи, боже, как же он врывается, ля. Виктор Стрела, Виктор а.к.а. Пуш. Раш, раш это когда вперед. Вот это я понимаю, вот это БТР. Мастера до сих пор нету, ребят. Но ничего страшного, скоро будет. Так, 1580 на ИС-4, 18 выживаемость. Так, Виктор Кислый, в первую очередь, конечно же, надо поднимать выживаемость. Вот, определенно надо подавать выживаемость. Для этого надо не выезжать просто в размен своего ХП. Надо стараться отыгрывать от союзников. Надо стараться отыгрывать от сильных сторон своего танка. Допустим, ИС-4 это борта, очевидно, да. Надо стараться от бортика играть. Можно поигрывать от башни. Тем более, что ему зашили крышечку, сейчас все нормально. Вот, выживаемость надо однозначно поднимать, потому что, ну, у вас видно, что просто размен ХП происходит. А через размен играть нельзя. Т-62, 1400, 16 выживаемость. Объект 268, вариант 5. Ля. Ну, начало, конечно, так себе. Начало могло быть получше. Так, Маус. 2000 среднего. 220 боев. Ёптудей. Вот это я понимаю. Даже отметочка одна есть. Ну, вот это неплохо. Выживаемость хорошая. Молодец. 2000, смотри, на немцах пошло. Вот на немцах пошло, на совках вообще никак. А на немцах хорошо, 35 выживаемость. Больше 2к, вот это я понимаю. Ля, ВК 7201к 2к. Сюда, неплохо. Ну, конечно, подтягивать надо стрельбу. Стрельбу надо подтягивать. Процент попаданий слабенький. И выживаемость тоже надо подтягивать. Так, ПЗК ПВВ-7, всего лишь 1700. Ну, Виктор Кислый, тут, знаете ли, дайте распоряжение этим бестолочам, чтобы они зашили маску этому танку, потому что его туда дети с кулака пробивают. Так же нехорошо, это же мастодонт, тяжелейший танк 10 уровня, и как бы вот маску пробивают. Поэтому Виктор Кислый, соответственно, 1670. А могло бы быть вот 2К. Так, Епись, 1900, неплохо. Леопард, 1300. Ну, надо поставить улучшенный трофейный прицел. Однозначно рекомендую, Виктор, поставить вам улучшенный трофейный прицел. Это факт, без него нельзя. Так, 1400. Ну, немножко не пошло. Вафентрагер, 1500. Не, ну это к Бладину надо на курсы записываться, повышение квалификации игры на Вафентрагере, поэтому, как говорится, ждем. Номер, так сказать, найдете в описании. 23 выживаемость, 2000. Ну, 2000 неплохо-то. 1800, ну, слушай, ХП свое отбиваете, нормально.
Так, 1600. Ну, тут немножечко надо, наверное, вот поаккуратнее получается играть, да, надо все-таки подразменивать союзничков. Альфа хорошая, надо стрелять голдой, потому что 375 пробития, вот прям неплохо должно быть. 2500 на 50Б, руку пожал, вот это прям неплохо. Это прям неплохо. Так, сейчас еще чекнем, за кого в битве блогера Виктор Кислый играл. Вот это прям неплохо. Так, 1900 на подчате. Фочек, 2200 с черного рынка. Урвал, наверное, уважаемый Виктор Кислый на последних секундах, так сказать, еле успел. 2200, неплохо. Тайпик, 2000. Ну, слушайте, нормально. 3-4 выживаемость, 2К, неплохо. Так, а что у нас тут еще интересного есть? Во, КВ-5. О, 1800, нормально. Нормально, вот это я понимаю, сиська-танк. Вот, пожалуйста, 1800, ребят. Кто из вас играет на 1800? Я думаю, очень немногие. Поэтому, ребят, вот вам показатель. Показатель успешного человека. Это глава компании Wargaming, чтобы вы понимали. Ну, мало боев, чуть-чуть боев надо. Ну, в общем, что я могу посоветовать? Конечно же, в первую очередь, Виктор, я вам посоветую прокачать поляка 60 ТП. Вот, он очень неплох. Можно играть от альфы, от ВНов, башня хорошая, корпус прощает, некоторые ошибки ХП есть. Вот, однозначно надо качать 60 ТП и попробовать взять на нем одну отметочку. Вот. Е50 вы уже... Е50М уже прокачали, вот надо выкупить Е50, потому что десятку можно было не качать. И вот надо, если продали, надо выкупить, на ней побольше играть. Вот 2000, очень хорошо получается, соответственно, надо вторую отметочку подпотеть. Так в целом неплохо, надо выживаемость немножечко поднимать и почаще все-таки... отыгрывать от союзников, от каких-то бронированных частей своего танка, но не выкатывать в размен. Вот в размен выкатывать нельзя. Так, битва блогеров, а ну-ка давай посмотрим. ББ. Амвей 921. Вот это одобряю. Вот это прям хорошо. Вот это прям хорошо. А в этой битве блогеров не участвовал, да, Виктор? Слушайте, ну неплохо. Прям, откровенно говоря, неплохо. Для человека, у которого уже ярды на счетах. Для человека, у которого ярды на счетах, нехерово, он играет лучше, чем 90% рандома. Ну ладно, 85%, наверное. Ну вот. Короче, больше, чем ЦА. Вот это круто. Слушайте, но на самом-то деле точность надо повышать. Это вам не бутылочки с балкончика бросать. Тут надо прицеливаться. Оценочка по аккаунту, ребят, от 1 до 10 на твердую семерочку. Ну, может, 7 с минусом. Ну, все-таки это человек в статусе, поэтому давайте твердую семерочку. Вот, красиво, руку пожал. Вот, качайте поляка. Вот, обязательно.